23. А ну-ка покажи, не редкая? Нет. Ходячка какого? 2003. 10 копеек 2003 года. Ну, монетка есть монетка. Ну, и да. Вот тебе и дорога, да? Ну да. Вот видишь, да. Вот тогда теряли и сейчас теряют. Ну да. Так что, ребятишки, ходите по лесным дорогам, ищите артефакты, новые ведущие на канале. Вот характерно для такого поезда. Так. Еще? Что-то еще. А, гильза. Она прям сверху лежит? Да. А ну покажи. Смотри. Угу. А у меня фонарь на голове потух, да? Да. Не работает или все? Я думаю, что у меня так... А так посмотри. Нету? Он сел. Так быстро? Да. Капец. Где же мои 3 дня обещанных? Да уж. Два сигнала. Дать тебе большой фонарь, будешь тягаться? Да нет, достаточно. Ага. Малыша. Ну что, проверим, что это у нас здесь. Ха. Вот это, замочек. А ну покажи. Угу, интересненько. Вот он лежит. Сейчас посмотрим, может какая-то надпись есть. Нет, надписи нет. Кованый какой-то. Предмет. А ну-ка посмотри. Ага, да, это что-то кованое. Ремяно интересно. Я сюда тебе положу, смотри, к этому застежке. Вот сюда. Застежечки положу. Да, такие крутые артефакты. Тут где-то был тоже сигнал, да? На приборе. Тоже похоже на мерзача. Ну, сейчас проверим, что-то может быть реально сенсационное, как всегда. Так, ну. Давай, какую-то медаль или монета. А вот. Запаянная, нет? А, заплюснул, да. Может, там, смотри, кстати, есть. Не видно? Песочек есть. Больше ничего. Не, ясненько, отличный зачетный артефакт. Ну что, классный сигнал. Сейчас покажу. Сейчас проверим, что это. Так, нет, у меня монеты. Выкопал уже. Сейчас проверим, что это за артефакт. Ну что, что-то видно? Для этого у меня есть великолепнейшее сито. Сейчас я беру сито и достаю. Давайте я помогу. Ты же с этим ситом будешь потрясаться попасть. Так он уже все, он верховой. Он уже лежит здесь, а? Паутина. Аккуратно, не перед этот. Не перед. Через паутину. И тут верховой. Думаю, что монета. Да, ребят, такая очередная сенсация от канала «Поиск клада и золота» от Виклинга. Ну что, даже не верится, что такие находки можно обнаруживать. Они, видите, есть еще. Комары заедают. Фу. Так, отличный сигнал. Сейчас новый делаю пометочку. Сейчас ничего не видно. Сейчас подсвечу. Значит, смотрите. Хороший сигнал. Сейчас ногой поставил отметину. Вот тут где-то идет он. Так, серебро или золото, извините. Сейчас. Пока я отключаюсь. Сейчас пойду заберу инструмент. Так. Ходил по этой распашке. Комрад там впереди, если вы видите. Вон там вдалеке огоньки. Это он. Значит, сейчас я переношу туда свои вещи. Подвижем это сито, получается, перчатки.
и там, получается, ходил, а здесь не таскаться тяжело и все. Значит, ну что, это реально сигналит, похоже, серебро. Не нервничать, сейчас потихонечку будем доставать. Такое, извините, не часто, сейчас беру, получается, так перчатку под ногу подложу. И сейчас буду потихонечку, получается, это все дельце снимать. Так. Такой четкий, так комары гудите, сейчас включусь, четкий сигнал серебра. Я такие сигналы реально обожаю. Очень редко такие сигналы находишь. Значит, сигнал четкий серебра идет. Комары заедают. Сейчас этот гаджет. Не знаю, как бы мне его поставить. Тренога в машине осталась. По-хорошему, конечно, надо было ее брать, чтобы было очень удобно снимать, получается. Так абсолютно второму гаджету абсолютно ничего будет не видно. Сейчас как-то бы его поставить. Даже не знаю, так что ли. И начинаем. Вот так, да, получается. Я думаю, что это, скорее всего, или серебряный рубль царский. Уж больно он хорошо, четко звенит звонко. Но я думаю, вы тоже слышали. Сейчас просто очень неудобно сейчас настраиваю этот. Как-то вот так настроился. И потихоньку сейчас ножом. Блин, комары еще закусывает. И на голове фонарь перестал работать. Опачки, что-то черканул. Сейчас посмотрим аккуратно. Так, что это у нас тут? Я думаю, что рубль. Рубль царский. Очень четко звенел. А, не. Не, ребят, не рубль. Какая-то... Сейчас покажу что-то. А? Хорошо. Так, комара там тоже что нашел. Сейчас пойду. Фух, сейчас передохну. А? Сейчас иду. То, что нашел, зовет, интересно, говорит, что нашел. Сейчас я хочу. А? Сейчас. Не, к сожалению, не царский рубль, но что ты сделаешь? Сейчас посмотрим, что это такое. Комары просто вообще не дают, реально. Какое? Вот это находка. Посмотрим, что это такое. Так. Сейчас. Вот так вычищаю сейчас. Так, есть. Почищаю. Но, к сожалению, не... Не рубль. Даже не знаю. Очень хотелось бы, конечно, чтобы что было ценное, но какая-то банка. Вот так сейчас я подкапываю. Корни. Сейчас достаю потихонечку. Угу, интересно. Кстати. А? Саш, ты кричал? Сейчас! Кричи, блин. Камера. GoPro. Комрады зовут. Нашли, я думал. Гляньте, посмотрите. Интересненько. Похоже, Первая мировая. Португал. Надпись. Видно? Сейчас покажу сюда.
плохо очень видно. Португал. Ничего ж себе. Капец, Португал. Смотрите, ребят. Ничего ж себе, Португал. Капец, просто сильно не закричишь. Ребят, что-то есть. Да, уже иду, иду. Иду. Капец. Иду, сейчас иду, я ж хочу. Ребят, смотрите, золотые монеты пошли. Капец просто. Гляньте. Фу, комары, блин, заедают. Ничего ж себе. Гляньте, видно? Сейчас, а что на второй гаджете не видно? Да видно. Блин, комары заедают сейчас. Сейчас, блин. Сейчас. Ребят, смотрите. Банка с золотом. Это фартануло. Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, пять золотых монет. Просто так плохо видно. Вообще на этот гаджет очень плохо видно почему-то. Ну, так получше стало видно. Пять получается. Пять золотых монет в португальской банке. Вот в этой сейчас. Сейчас пойду туда. Комрадам покажу дальше. Сейчас. Так. Зовут, хочу показать. Им тоже. Ну, реально, очень круто. Я в восторге. Сейчас пойду. Уже там сделаю обзор, потому что зовут. Так, ну что, комары. Блин, дальше. Заедают. Я сейчас уже подошел, комрады показали там свое золотишко, которое взяли. Тоже интересно, потом постараюсь показать. А сейчас, пока мисс комары заедают, значит, я здесь что посмотрел? Очень похожи монеты на американские золотые доллары. Значит, вот в этой банке с надписью «Португал». Там еще какие-то другие надписи. Очень плохо видно. Золото как-то плохо очень тоже видно, но... Самое, знаете, что интересно? Золото, как показывает практика, золотые монеты всегда так очень плохо, скажем так, фотографировать и снимать. Поэтому, что я могу сказать? Это настоящие непридуманные сенсации. Ночные поиски каналов поиска клада и золота от Виглинга. Даже не верится, что такие, блин, комары заедают, мошки заедают. Весь уже полностью поеденный. Копаем ночью, ищем сокровища. Настоящие сенсации. Будем сюда приезжать завтра, наверное, по-светлому, потому что я уже весь полностью искусно, даже не знаю, будут ли у меня силы сегодня еще работать, но то, что артефакты просто великолепнейшие, это даже, ну, по крайней мере, для меня ночью выкопать такие сокровища, это очень круто, я вам так честно скажу, откровенно. Значит, у меня уже сел и фонарь, который был налобный, поэтому приходится вот так вот подсвечивать. И до двух гаджетов, блин, неудобно реально, если честно. Поэтому приходится такое, как... О! Хоть наконец такое, что вам тут удалось показать. Значит, золото. Огромные крупные монеты золотые. Потом будем смотреть год. Будем обращаться к экспертам. Вот такой банке с надписью «Португал». Кто, может, такие выкапывал, тоже напишите, расскажите, что это за интересные такие... Что это за банка? Не знаю, наверное, Первая мировая война. Может, это еще раньше, даже не знаю. Но отличный у нее сохран, получается, ее лопатой. Здесь, получается, с одной стороны немножечко тесанул, ну, а так, в принципе, сохран просто великолепный. Поэтому, что я могу сказать? Это канал поиска клада и золота от Виклинга. Ночные такие сенсационные поиски артефактов, сокровищ. Если вы в первый раз на канале, подпишитесь. Копаем ночью, ищем всевозможные сокровища, артефакты. Ну, великолепнейший просто поиск. Даже самому не верится, что такие находки еще можно обнаружить. Поставьте лайк, если вам нравится, напишите, что вам нравится. Если не нравится, поставьте дизлайк, но только без матов, напишите свое мнение. Сделайте репост этого видео, разместите у себя в рекомендованных, в пресс-листах. Что еще хотелось бы? Да вообще любая ваша помощь не помешает, потому что, вы знаете, мы ничего не продаем. Когда спрашивают, какой же заработок, мы говорим, что нет, наш канал, он делает все для того, чтобы именно сохранять все эти исторические ценности, великолепнейшие артефакты, поэтому...
Что я могу сказать? Это настоящие непридуманные сенсации. Посмотрите одно из наших 1350 видео, где мы только не копаем. И в бункерах фашистских выкапываем золотые клады, и в бидоне фашистского генерала. Снимаем сериал «Короли кладов». Тоже посмотрите настоящие, такие, знаете, реальные крутые сенсации. Это канал «В поисках клада и золота от Викинга». Приключения только начинаются. Жажда приключений реально неутолима. Как вы понимаете, делаем все для того, чтобы эти все артефакты сохранять. Их потом будем делать и обзоры, и вам показывать, рассказывать про все эти великолепнейшие находки. Даже не верится, что сейчас можно обнаруживать еще такие вещи, такие сенсационные артефакты. Но наша команда «В поисках клада и золота от Викинга» обнаруживает такие сокровища. Поэтому давайте ни в коем случае не переключаемся. Прием дальше. Приключения только начинаются. Это канал «В поисках клада и золота от Викинга». Значит, что я еще хочу сказать. Когда... Сейчас вот так поближе еще покажу. Когда обнаруживаете подобные сокровища, снимайте видео, рассказывайте. Сейчас секундочку сделаю паузу.